5 часов вечера. Я только взяла камеру в руки, начала снимать. Только что приехала от стоматолога. Тот зуб, который лечила 7 дней назад. Вчера кушала ментос. И он бац, и напополам у меня сломался. И сам не вываливался. Вытащить его сама не могла. Пришлось ехать к врачу. Она мне хоп за секундочку вытащила этот осколок. Короче, ползуба у меня нету. Но будем делать его в любом случае. Не стали вырывать ничего. Даяшка тут сидит и ждет меня, пока я соберусь. Ну как соберусь, мне надо немножко пособраться, переодеться, а то я оделась утром. Ну, а то я оделась, было так прохладно, только-только начиналась жара, а сейчас, посмотрите, солнце светит. Вообще, такой на улице кайф. Сейчас пойдем погуляем. И мне надо заскочить в магазин, нужны продукты, дома нет ничего. У нас даже нету картошки дома. Вообще надо было бы за мясом на базу, но сегодня, наверное, скорее всего, уже нет. Что ты тут ползаешь? А? Иди сюда, попка. Иди к маме. Иди сюда. Так что сейчас пойдем закупочки сделаем. Да. О-о, это Миланин телефон. Нет. Дэна, скажи всем привет. Телефон. У тебя есть... Где твой телефон? Пошли найдем твой телефон. Ой, темно как. Сейчас надо чуть-чуть прибраться дома, и мы выходим на улицу. Так что, вот такие вот дела. Все, у меня вечные проблемы. Все, пошли собираться. Гулять и в магазин, и в магазин. Пойдем, Даяночка, одеваться. Ужас, какой беспорядок. Мама. Да. Мама. Мама там шла, да. Даяна маму видела в окошке? Ага. Да, мама ножками топ-топ-топ шла. Как мама шла? Покажи, как мама ходит. Ой. Ой, да. Ой, какой тут беспорядок. Девчонки сидели дома одни. Сколько, наверное, 1,5 часа? Я быстренько туда-сюда. Все, кстати, в масках, наверное, процентов так 40 в транспорте, в масках. Аккуратно. И визжит, как поросенок. Ты поросенок? Только смотри, в нос получишь и будешь со сломанным носом, как мама. Ай, пугает меня эта штука. Я обычно как-то отношусь нормально ко всяким таким вещам, но эта штука прям меня раздражает немного. Ты хочешь качаться? Ничего, надо тебя пониже опустить, будешь качаться. Даяна, кто будет порядок наводить? Ладно, все, я одевать не буду, ничего убирать. Пойдем погулять, пока хорошая погода. А то целых сколько, 3 дня? Были дожди, ветер жуткий, холодно. Было дома так, что вчера мы пошли в магазин, который здесь рядом с домом. Мы там согрелись, во-первых. Я купила себе теплые домашние тапки. Я не любитель ходить дома в обуви. Но выбора у меня уже не было. Согрелись, покайфовали, пришли домой. Тут так холодно было. Наверное, не знаю, первый раз за всю жизнь я находилась вот в таком холоде в квартире. Я спала в шерстяном свитере. Кофта под низом, штаны, носки. Одеяло довольно-таки такое толстое-толстое одеяло. И еще плед наверх. И на пледе еще спала, потому что от пледа тепло шло. Даяна тоже спала. Колготки, штаны, носки шерстяные, кофта, утепленная кофта, старшая с 2 одеялами. Короче, холодно было жутько. Ой, вот. Все, мы дома. Сходили, погуляли. Зашли, кстати, в магазин. Сейчас покажу, что купили. Вот, купила творог, будем, наверное, сырники делать или запеканку.
Хочется, конечно, запеканку, но я потеряла рецепт, не помню, где он. Так, кефир, изюм вместо конфет, чтобы не ломать зубы. Сливки взяла, свеклу буду делать просто сметаной с чесноком, моцарелла, огурцы опять, да я не взяла такие две пачки завтра на полдник. Быструю кашу, когда лень что-то готовить, набор вот таких фруктов. Вот не знаю, куда я их буду, может быть компотик какой-нибудь сварю. Так, взяла такой соус, лук со сметаной, очень вкусный. Шоколадка, картошка, виноград, сметана. Больше ничего не брала. Так, решила я не медлить в этот раз, а то все обещаю, то сырки приготовить, то еще что-то. Буду делать запеканку. Раз сказала, что хочу, тем более изюм есть, все есть, буду готовить. И завтра у меня будет на завтрак вкусная запеканочка. Все очень легко, ингредиентов минимально. Единственное, я добавлю туда персики кусочками, ну, дольки наверх, но я сейчас покажу. Так, и нам понадобится форма, у меня вроде бы на 26 сантиметров, 24-26, без разницы будет. Так, весы, чтобы измерить все, творог 500 грамм, у меня зернистый, но подойдет любой. У меня 9%, а нет, 5% у меня. Так. Кукурузный крахмал, сметана 12%, можно заменить сливками 30%, жирной сметаны, без разницы, на вкус практически не влияет. Со сливками будет более жирнее, чем со сметаной просто. Так, у меня будут персики, это поверху, тут два персика на 230 грамм, минус косточка, ну и считаем. Изюм, я еще подумаю, старшая не хочет, но и запеканку она вроде бы как не будет, может быть чуть-чуть добавлю. Тут у меня изомальт. Стевия не подходит, она гасит белки, белки не будут взбиваться сильно. Можно взять эритритол или обычный белый сахар, если кто-то не так принципиально следит за этим. И щепотка соли. 4 яйца, ложка и ручной миксер, блендер. Если у вас творог не зернистый, подойдет миксер. Если надо взбивать, то надо блендер. Так, сейчас я покажу, что я буду делать. Смешиваем крахмал, сметану, творог и желтки. И все пробиваем блендером. Еще раз повторюсь, у кого творог не зернистый, можно просто миксером взбить и все. Вот, получилась такая однородная масса. Обалденная. Со сливками получается более воздушная, но пожирней. Сейчас забьем белки с изомальтом. И добавим их сюда. Вот, я взбила изомальт. Видите, какой он? И сразу же, мой уже чуть-чуть постоял, потому что я тут отвлекалась, пока снять все это. И сразу добавляем в творожную массу и размешиваем ложкой. Выкладываем на дно формы персики. И заливаем всю творожную смесь поверх этих персиков. Добавила я еще изюма немножко, все-таки захотелось мне прямо изюма, если что, старшая буду выковыривать. Смотрите, какая воздушная масса получалась. Все, в духовочку, до готовности. Вытащила я запеканку, единственное, она у меня еще очень горячая, но мне надо было ее вытащить, чтобы снять видео. Так что вот такая вот запеканочка. Очень вкусно пахнет. Она такая, смотрите, мягкая, прям воздушная. Но ей надо еще чуть-чуть постоять. Очень вкусная. Я не очень люблю прям сладкое-сладкое, потому что я утром буду поливать ее медом или посыпать стевией, не знаю. Она такая нейтральная совсем. Кто любит слаще, то добавляйте 100 грамм изомальта и все. Вышла тут на балкон, стою, дышу свежим воздухом, так хорошо. У нас уже 9:30, дети спят, на улице еще так светло прям очень. Я встаю в кофточке, кайф вообще. Люблю вот такую погоду, особенно когда ты выходишь вечером на балкон, и ты можешь стоять и наслаждаться погодой. Летом вообще будет кайф, я буду брать
бутылочку вина на балкон и буду сидеть отдыхать. Круто. Поставила запеканку уже в холодильник. До завтра настоится. Она уже такая прям вкусная. Ну, единственное, не хватает там сладости, но это уже перед подачей добавлю меда. А так прям безумно нежная, воздушная такая. Давно я не готовила ничего такого. А то все по-быстрому, по-быстрому. Хотя, опять же, все в духовке выпекается тоже очень быстро. Так что буду почаще стараться готовить всякие пироги ппшные. А то, когда что-то готовлю, вот бывают дни, когда я готовлю там какие-то, опять же, печеньки или что, я не снимаю в этот момент видео, и я даже не выкладываю это никуда. Как-то, не знаю, быстро все съедается. Вот запеканку я сделала, сколько нам с Даяной, наверное, на 2 завтрака. И это если старшая не будет, хотя я сейчас попробовала, я думаю, она вряд ли будет. Надо, наверное, ей завтра сделать обычный пирог какой-то, который она любит, с чем-нибудь, не знаю, может, какой-нибудь шоколадной крошкой. Ну, посмотрим. Может, я думаю, завтра сделаем с ней вместе как раз. Вот такие вот дела. Все, день сегодня пролетел очень быстро, прям так как-то незаметно даже. Вообще. Дом, улица, готовка. Все. А, ну и к зубному съездила. И то, что я там съездила. Зашла в кабинет, 10 секунд и вышла. Так что буду я ложиться спать. И всем пока-пока.